Де ще пострадавші є? Там пострадавші. І воно прилетить прямо на мене. І прямо на мене. Вон сиділа у вікні на креслі, а воно як блиснуло, світ був. І вийшла, воно бабахнуло, і отам от дим. Спасибо русскому миру и Путину лично. Пидорас, я вам скажу. Что же надо не посильным трудом? Зашел сюда в ванную, набирал воду, стоял возле той стенки и меня этой зазнырнул волной, сильно об стену бахнул. Ну, слава богу, я живу целым. И все. Дом поврежден полностью, гараж полностью упал, завалил, и машина новая, 2 года купил тоже, упал, видно, капот, стекло лобовое, там, крыша продавила ее. В общем, огород, все перемешалось с землей, земля с кирпичом, со стеклом. Если бы Путин, я бы его задушил, честно. За что он нас? За что? Все, вот какой НАТО, какой-нибудь эти боевые комары, это надо чуть-чуть с умом дружить. Вот за что вот это нас просто-напросто? Это самые близкие. Спасибо, Путин. Отлично. Пусть батя оружие даст нормальное, чтобы этого мудака лысого отогнать уже. Надоело это возня, сколько можно с ним возиться? Ранение только еще.